постоянно лоботек, фингалем была, да, птата. Шла мини постоянно, сори лобота, и сори бандила мини. На делократ в роес, лукрез. И пришел выпивший. Выпивший. Потом он зашел на кухню и выходит оттуда, а я лежал на диване и смотрел телевизор. И выходит он, видно, что выпивший сильно. Или, может, обкуренный, я вот не знаю. Ну, сильно он под действием. Ну, и потом он, значит, выходит с кухни, в руке у него нож. И он махает им так и говорит, что, мол, типа, вы мне должны деньги, вот мать мне не дала, почему вы должны меня содержать? И подходит, он уже поднимался. Ну, когда он упал, он уже поднимался. И я ударил его по голове обухом. Ну, этим не острым, а... Я пытался его, как, чтобы он потерял сознание, чтобы он успокоился, чтобы... А он все равно поднимался. Ну, ударил я еще раз. И вот получилось так же. Да, не дай бог такое. Ну, сейчас я вот буду отвечать уже по закону. Да что будет, чем такая жизнь, так лучше. Conform expertizei medico-legale, deci victima a primit leziuni corporale grave sub formă de fractură deschisă a oaselor bolții craniului cu scurgere de sânge, care, ca consecință, victima a decedat la locul infracțiunii. Imediat după săvârșirea infracțiunii, infractorul a anunțat organele de poliție, autodenunțându-se în comiterea infracțiunii. Nu, как, я уже знаю, что это произошло, но иногда что-то заходит в голову, воспоминания, как он был маленький, когда его водили в садик туда-сюда. И, как сказать, ну, на душе как-то плохо. Я в аппарате дынский, я в это время и в рейсовый спуск. Папа, я тебе завяжу руки и ноги, все равно я тебе... Я тогда уна винишь дорни на мини. Я каю ша дынка сашея, я лвине бат, я требуя си ей копкилаш, и я качала ине по целу, ша ви на мини ша дуармы. Не не сфащ келе еще река на воду. Я зареку к цету, я стрыгала дынса, я зарежу тебе. Ша вине бат, ша вине астяна, ша лта тонапти сарела ушигани на ной, ша ку цету, ша ку топор, ша на паде. Скаун или трантепим порец.